Так, Витя, а что у нас по футболу там нынче? Говно полное. Опять говно? Нет, хотя мой любимый клуб на месте. Так, озвучь еще, пожалуйста, свой... Динамо, я имею в виду. Динамо. А то я все думаю, что ты там за германцев каких-то там болеешь. Нет, ну, если брать Германию, то это Бавария, конечно. А так за Динамо, да? Я не знаю, меня все время поражает, когда говорят, ой, Спартак-Наполи дважды... Блядь, ну кто такие Наполи? Сейчас итальянский футбол, он далеко, блядь, не такой, как был, пускай, 10-20 лет назад. Это у вот... Наполи, блин, там фирмы были серьезные, они там в свое время, блин, щи там расшибали. Ну, там. Марадона там играл в свое время. О. Ну... Так, а сейчас это, ну, блядь, сказать, у нихуя себе, мы объебали, блядь, с самих Наполи. Да ничего там такого, блядь, в этом Наполи нету. Там, по-моему, сейчас, насколько я знаю, Селихов это вроде наш, Орловский врата. Блин, но зато у них история, блядь, какая, блядь. Нет, ну да, 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 я понимаю, но их качает, блядь, вот знаешь, как... При сахарном диабете сахар то вверх-вниз, то вверх-вниз, блядь. Вот так вот хуярят, блядь. Сегодня они заебись играли, завтра, ну хуй его знает. Тренер у них вообще какой-то, ёпта, блядь, садомаза, ёпта. Зато у них фанатская движуха сильная. Ну я понимаю, ну тренера пиздец, его там чего только, блядь, ему не говорили. Чуть ли не, блядь, давай мы тебе, блядь, раскаленную кочергу в жопу сосунем, ты заебал такого хуя. Ему похуй вообще на все. Не знаю, я считаю, ну уходить сейчас, конечно, ему не нужно. Потому что некого больше, кроме него-то, поставить. Блин, ну как некого, найдут кого-нибудь. Ну что, ну опять то же самое будет. Теперь за один день не сделает никто команду. Я считаю, нужно брать спартаковца именно. С чего это ты вдруг так решил? Ну, который знает всю эту кухню. Хотя все меняется. У Спартака сейчас сложные времена. Я бы, вот, кто бы про меня вот не говорил, что я не прав, я бы хотел видеть, к примеру, Карпина. Ну ты, блядь, высказался, блядь. А с чего это вдруг-то, блин? Не знаю. Да, мне кажется, у него бы получилось. У Тихонова не получилось бы это точно. Почему? Вот, кстати... Да не. У Тихонова скорее бы получилось бы. Нет, он с такими сильными... Ну что, он Крылесоветов тренировал? Ну да. Ёпта, вот тебе тоже, блядь, команда, пиздец, тоже нашел мне ее, Атлетико Мадрид. Блядь, ну а что... Команда сильная, да, но... Нет, ну по сравнению со Спартаком, не потянет. Как, Витя, ну, ты сейчас видишь ЦСКА. Ну, ты видишь, это как у Березуцкого. Ну, да, он молодец, что-то пытается там. Все равно ни хрена. Ну а у Динамо, блядь, вот какие достижения? Как достижения? Сейчас? Ни хрена, они идут на втором месте, ребята. Вообще ну, они шикарно просто играют сейчас. Я считаю, это, ну, очень хорошо. Ну, конечно, никогда... Сейчас вот чем, что мне не нравится, вот стал «Зенит». Есть «Зенит» и еще кто-то рядышком. Не, ну «Динамо», да, я, конечно, ну, да, я согласен. Сочи, вот, не знаю, с какого перебуха так плюнули. «Локомотив» обосрался, ёпт, тренеров меняют чаще, чем я, носки, ёпт. Да, им пора бы уже остановиться вот на этих тренерах. Хотя одна из самых пахатых команд, ёпт. Узнает, кто они там богаче. Очень богатые. Нет, они очень богатые команды. Что, ну, Ростов, ёб, швыряло туда-сюда, сейчас вроде заиграли, блядь. Не, ну вот если тебя поставить вот на место вот тренера, блядь, «Локомотива», вот что бы ты сделал бы? Денег до хрена. Денег до хрена. Нужен, во-первых, иностранец. Зачем? Во-вторых, нужен... А вот зачем я тебе объясню? Чтоб тебе не указывал, мне, блядь, каждая, блядь, вот это вот возьми, вот это вот и так далее. Просто ей нужен контракт шикарный, чтоб тебе никто не указывал, никто тебя не трогал. Чтоб у тебя вот, блядь, есть контракт вот на 2 года, блядь. Не вот эти вот год плюс один, тебе, блядь, через полгода ты, ладно, 3-4 матча проиграл, блядь, тебя выгнали нахуй. Вот. Ну, и понятно. Обратно другого тренера. И будет то же самое. Не, ну можно контракт-то по-разному заключать. Можно, вот блядь... именно, вот именно. А это у нас так в России не дадут такие богатые клубы так заключить. Ты хочешь сказать, что... Над тобой кто-то, вот этот Дамоклов меч,
стоит, вот, блядь. Типа, вот эту игру надо слить, да, мы вот тут... Ну, нет, конечно, это уже перебор, такого нет. Но факт в том, что я больше чем уверен, что, к примеру, при покупке игроков, это как вот давит на тренеров, тренеру нужен нападающий, он говорит, вот этот мне нужен, и, блядь, пиздец, пускай он, блядь, дороже на пару миллионов будет стоить. Не, нихуя. Давайте купим какого-нибудь, блядь, из Горлохуевки, ёпта. У него батя председатель сельсовета, будем, блядь, свинок кушать, шашлыки будем жарить. Держите её почестнее. Да, ну это глупо, вполне. Да, у нас так и есть. Молодцы, я в одно время в Италии так же взялись. Когда Ювентус опустили, ёпта, низшую лигу её вниз. Ну да. Было дело. В Англии такого, я не знаю, было когда-нибудь. Там с этим очень строго. Ну да.